Це український танк. Ну, он был не транспортирован, его нельзя было, гусеница с правой стороны сошла с ролика, получается, а потом уже через время его орки сожгли, боеприпасы остались, ну, все живые, пацаны живые наши все полностью. Ну, в общем, конечно, в Гостомеле с 1 по 4 число тут много пацанов погибло, украинских. Потому что многие спрашивают там это самое, ну, я так мало говорю, потому что тут... И россиян наши нашпиговали, и наших очень много хлопцев погибло. Технически было не в палатке. Из-за этого он здесь и стоит. Ну, я думаю, наверное, может быть, в Гостомеле его и остались. Единственный танк, который остался в Гостомеле, всю технику уже собрали, потому что это ж наш танк, украинский. А все уже российский металлолом уже давно увезли. Потому что там наши просто от него ничего не оставили. Разносили все как могли. А здесь 12 числа не боекомплект остался. Они просто гранату кинули, бой, ну, сдетонировал. И вот, загорелся, они его спалили, его просто дают. С 1 по 12 число марта вот это осколочное. Там вот уж хоть крышу сейчас трошки так подлатали, да, хоть соседом. Накрыли, чтобы хотя бы стены сохранить. А так в хате все посечено полностью. Не то, что практически все. Там, чтобы такого, чтобы даже живого было. И прилет был. Тоже мина попала прям в хату. Слава богу, не загорелась, а да не сгорела. Ну, слава богу, пацаны живые. Все живы, здоровы. Но волной, когда удар был, просто вот это забор, вот эта вся часть, его просто снесло. Как будто такое чувство, как его здесь и не было. Ничего. Ирпень, Буча, Гостомель. Наши ребята выгнали их. Не то, что выгнали. Они вот там он, чернозем перегной у них. За селом. Десантура тут была вот именно в этом районе Восток. То они как-то более адекватные. А там на той стороне, где Покровск, там были якуты, и, ну, там такая вся уральская шушваль. Там, конечно, мародеры полностью выносили все, что видели. Такое чувство, как будто они это первый раз в жизни видели. А здесь, ну, оно осталось, но оно все побито, постреляно, простреляно. Консервные банки. Даже не скажешь, что это был танк.